Постепенно становятся известны результаты сдачи единого государственного экзамена. На сегодня две выпускницы получили наивысший балл. Это учащаяся 16-й школы Мария Калинич, у нее 100 баллов по русскому языку, и выпускница первого лицея Диана Сидоренко, у девушки 100 баллов по литературе. Первыми стали известны результаты единого государственного экзамена по литературе. В то, что Диана набрала 100 баллов, девушка сначала не поверила. Но потом не было предела для счастья. Я очень обрадовалась. Сначала я не поверила. Я видела результаты на сайте, подумала, что они неверные. Обрадовалась, заплакала, начала всем звонить. Меня стали поздравлять. Тоже звонить учителя, звонить друзья. Потому что учительница написала это в классную беседу. Очень обрадовалась. Любовь к литературе Диане привела замечательный педагог Татьяна Гриценко, которая вела уроки в 8-9 классах. Заложенные знания позволили девушке дальше двигаться уже самостоятельно и успешно подготовиться к экзамену. Самое главное, нужно просто много читать, нести перед собой ответственность, не забрасывать книги в долгий ящик, все произведения из кодификатора прочитать, выписывать, учить цитаты. Стихотворение учить не нужно, нужно просто запоминать анализы. И все будет нормально. На подготовку к ЕГЭ ушел год, но потраченные усилия того стоили. А сам экзамен показался не таким уж и сложным. Сам экзамен был легкий. Мне попался, может, легкий вариант просто. При должной подготовке я считаю, что можно написать любой вариант. Если ты учился, если ты и правда читал все произведения, то ты напишешь любой вариант. Диана мечтает стать журналистом, поэтому издавала литературу, необходимую для поступления. Со 100 баллами сделать это, конечно, будет проще. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».